Погоня за правонарушителем, не подчинившимся законным требованиям сотрудников полиции об остановке, началась в вечернее время на одной из улиц Аткарска. Злоумышленник, находившийся за рулем «девятки», пытаясь оторваться от преследователей, грубо нарушал правила дорожного движения, игнорируя предупреждения инспекторов. Даже когда погоня перешла с городских улиц на проселочные дороги, не охладил пыл правонарушителя предупредительный выстрел из табельного оружия. А вот несколько прицельных выстрелов по колесам оказались более действенными. Водитель бросил свой автомобиль в поле и попытался убежать на своих двоих, не зная о том, что с физподготовкой у полицейских всегда все в порядке. Установлено, что ранее правонарушитель был лишен права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев. В настоящее время в отношении водителя составлено сразу несколько протоколов об административном правонарушении, а автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.